В Ульяновском областном художественном музее стоит необыкновенной красоты шкаф конца 18 века ручной работы. Верхняя часть выполнена в виде горки, куда за стекло ставили красивые вещицы. Средняя – секретер. Его полукруглая дверца открывалась и выдвигался стол, а внутри спрятаны множество ящичков для ценных бумаг. Нижняя часть – комод для ценных предметов, все под замком. Интересная история, как этот шкаф попал в музей. После революции директор музея Михаил Дмитриевич Беляев в начале 20-х годов был эмиссаром, перед которым стояла задача обследовать брошенные дворянские имения на предмет культурных ценностей. Объезжая село Нагаткино с инспекцией в одном из крестьянских домов, он обнаружил этот изумительный шкаф, перенесенный из барского дома. Но на его полочках в гнездах сидели куры, которые высиживали яйца. Крестьянин отдал это произведение искусства директору музея за мешок картошки. Таким образом, шкаф удалось сохранить.